Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Здравствуйте, я не знаю, где мы находимся, но возле... Сейчас, подожди. Но вроде бы возле дома. Блять, мы ждем такси, она не приезжает. Она не приезжает. Нам надо забить. Понимаешь, нас никто не смотрит. Один человек вообще. Подождите, пожалуйста, мы, короче, ждем такси. Ты Кеша, я Кеша. Чё? Я едешь. Даш, блядь, позвони. Гей, ему. Ты куда? Гей едет бухать. Гей вообще все насрать, как бы. Вообще все нахуй. Гей взял мартини. И на мартини пойдет? Скажи, пожалуйста, что пойдет. Просто мне вообще похуй, что пить. Я уже в говно. Просто, понимаешь? Как бы, Дашка в какашку. Просто цитатка дня. Сделаю себе такой статус. Дашка в какашку. Люблю тебя, гей. И я тебя люблю. 1, 2, 3. Пожалуйста, блядь, смотри. 1, 2, 3. Все, нормально. Это к нам. Сейчас. Блин, Даша, ты что творишь? Ин, мы едем. А тут даже музыка есть. Да. А вы знаете то, что сегодня день студента? Да. Да. Поздравьте нас, пожалуйста. Студенты, да. 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 Спасибо. Спасибо. А не Татьяны случайно нет? Нет, Татьяны нету, к сожалению. Да, нет, нормально. Нам просто не нравится имя Татьяны. Почему? Потому что это как будто, как будто колхозница. Да, это неправда. Почему? Да нет, красивое имя, Лапушкин. Конечно. Татьяна Ленина? Лапушкина. А ну, так это, знаете, да, избранные. Нам по радио говорили, что имя Татьяна в последнее время не популярное. Не популярно? Да. Но сейчас популярное имя Даша и Анастасия. И Соня. Да уже нет. Уже, по-моему, агафьи какие-нибудь там. Какие агафьи? Там какие-нибудь маги? Мага, да, Даша там в группе. Все нормально у нее. Там на мази. Она мага, у нее все прекрасно. Мне нравится имя Татьяна. Очень красивая. Ну, оно такое, оно старое. Старое. А имя Дарья. Дарья тоже хорошая. Я Дарья. Бабушка Даша. Ой, круто. Мне его имя нравится. Самое лучшее в мире. Ну да. Как всегда. Ты что, танцуешь? Нас кто-нибудь смотрит вообще? Да. Да, у тебя же мои спит. Если все такие дети студенты, то что я хотя бы чувствую. Даша, что надо было ехать туда, в этот дворец пионеров? Ты понимаешь, там толкучка, он маленький, дворец пионеров. Ну, чё, пока это дело? Да нет, там правда, наверное, там побудут. Это вы сессию закрыли, знаете? Да. Конечно, мы до Нового года ещё и закрыли. Да. Мы на ускоренном обучении, поэтому у нас уже учёба началась. Да, у нас второй семестр. Экономисты. Ну, у нас в академии всегда все через одно место, поэтому мы все до Нового года закрыли сессию. В гости пригласили. Сколько там за такси? 75 рублей. Тут километра нет. 75 рублей? Да. Что-то очень подозрительно. Неизвестно. Да. Слышишь, что? А. Где тут подъезд? Я не знаю, скорее всего, с другой стороны. Да давайте мы тут выйдем. Да. Ой, да. У нас алкоголь в крови. Алкоголь в крови, да. Пропитаны уже им. Поэтому... Все-таки праздник. Не, ну в смысле, отмечаем сейчас праздник. Да. Возьмите. Все. Ой, да. До свидания. Ой. Иван. Просто, пожалуйста, скажите, алло, где мы находимся? Это называется дома. Вроде бы недалеко от дома, ну как бы алло. Позвони ей.
Подожди, Ин, позвони мне, пожалуйста. Ин, зайди в трансляцию. Ин, ты смотришь трансляцию? Алексей и Юлия. Блядь, Алексей и Юлия, простите, просто от души вас с праздником. Ну, как бы...